Всем привет! Меня зовут Елена. Обычно я сняла видео о вышивке, о всем, что я вышиваю. Но сегодня видео будет не о вышивке. И думаю, что о вышивке видео будет уже не скоро. Дело в том, что мы в связи с этой ситуацией эвакуировались. Мы жили в Киеве, но там, к сожалению, жить стало невозможно. Сначала мы были дома, потом переехали к маме. Ну, у нее тоже одноэтажка, прямо на площади. Потом приехали к дяде. Там пару ночей провели в погребе. Приятного, честно скажу, мало. Ребенок вообще туда лезть не хотел. Вокруг стреляли. Постоянно эти выстрелы. Спать вообще было невозможно. Сначала мы туда вообще лезть не хотели. Потом лазили с каждой сиреной туда-сюда. Там было очень холодно. В общем, приятного мало. Эти выстрелы постоянные. Ну и в результате мы уехали во Львов. Представилась возможность, все это было очень-очень-очень спонтанно. А как мы выезжали, даже вспоминать не хочется. Дело в том, что так мы выезжали, место автобуса было там, где были буквально час назад бои. То есть, когда мы шли туда, мы приехали туда, мы приехали даже, к счастью, на такси, метро Брестейской, но автобус туда приехать не смог. Там только закончились бои. И мы еще целый час, может быть, чуть меньше, не знаю, мне показалось, что было очень долго, быстрым темпом шли к новому месту автобуса. Так мы шли, там была и перестрелка, и сирены, и, ну, скажем так, мы идем площадь, на ней куски мяса людей, много, очень много. Ребенок, естественно, тоже сразу понял, что это. Ну, скажем так, я не знаю, как тащила свой чемодан с рюкзачком, вещей было, естественно, по минимуму. Ну, как-то мы до автобуса дошли, сели в автобус, тут же опять какая-то перестрелка началась, автобус ярко-красного света. Ну, в общем, водитель куда-то заехал, спрятался между домами. Долго ждали еще всех остальных, потому что они тоже не могли прийти к автобусу, получается, что автобус в другом месте, но опять же мы всех дождались. Мужчин там всех проверяли, не пускали даже, нас хоть по прямому пустили еще, спасибо. Ну, в общем, мы уехали, к счастью. Сейчас мы во Львове. Муж остался в Киеве, крестёнок наш вместе с ним сейчас тоже в Киеве. Ну, в общем, мы уехали, сейчас мы во Львове. Естественно, вещей было по минимуму, вещей очень-очень мало. Ну, рюкзачок и чемоданчик средний. Но уехали, к счастью. Сейчас мы во Львове, все хорошо. Здесь спокойно. Была один раз сирена, но, опять же, ни выстрелов, ничего нету. Все хорошо, все спокойно. Само собой, что касается вышивки. Ну, я уже перед самым выездом, я помню, что взяла еще в ключик воду и попросила в этот ключик еще несколько вещей. Помню, плойку бросила, еще какую-то вещь бросила, расческу бросила. И попалась вдруг к этому угольнице, еще что-то тоже бросила. Ну, думала, если что, подруге выброшу, вода как бы все равно нужна. Ну, довезла. Ну, опять же, вышивки фактически с собой не взяла. Все мои процессы, все, что мне было, осталось в Киеве. И фактически, ну, все, что я вышивала, я его уже не вышиваю. Очень хочется, очень... Очень мне хочется надеяться, что мы в Киев вернемся. Очень на это хочется надеяться. Буквально вот сегодня нам сбросили видео маминого дома. Там рядом была перестрелка, там горела машина, снаряд какой-то был. Дом вроде стоит целый мамы, но какой-то он черный, не знаю, вроде как стоит. Ну, будем надеяться, будет дальше стоять. Ну, скажем так, хорошо, что уехали. Там сейчас находиться просто нельзя. Вроде как мы побеждаем, но... На сегодня, вот Харькова сегодня уже такого нету, просто его нету. Обстреливают сейчас все. Автобусы эвакуирующихся, дома жилые, больницы, садики обстреливают все с гранатометом, там, с градов этих всех, не знаю чего. Но там находиться сейчас невозможно. Киев, сейчас бои идут везде. Ну, в общем, мы эвакуировались, мы во Львове сейчас. Что будем делать дальше, не знаю, честно, без понятия. С сегодняшнего дня, ну там, может, в конце или в начале там ставлю фотографии, не знаю, там в Львове тоже началась какая-то паника. Вчера еще было, ну, в принципе, было все. Мы приехали, сначала мы переночевали в офисе у сестры. Кстати, всем спасибо, все очень доброжелательно, местные все накормили, дали карематы, пледы, переночевали в офисе, был комендантский час. И утром вот приехали, нам помогли снять квартиру. Тоже офис сестры. Здесь мы, получается, на месяц. Ну, в принципе, все нормально, вещи хватает, всего есть. Вчера даже продукты скупили, все нормально. Сегодня ходили докупать. Началась, как я уже сказала, тоже паника какая-то. Ну, наверное, видно, приехало много людей.
много беженцев таких, как мы, очень много. Ну и, соответственно, продукты стали заканчиваться. Вода, соль, сахар, мука. Вот мука. Сегодня мы муку нашли, мы пошли в магазин, ну, в общем плане, за вчера и сегодня, наверное, 20. Мы находимся в центре Львова сейчас. В магазинах, получается, стало все заканчиваться, пустые полки. Но опять же, другие продукты еще есть. Вчера было все. Вот питьевая вода, вот ее уже поискать нужно. Сахар мы нашли только в одном магазине, вот сегодня. И то он был за нал. В остальных карточки принимали. На сегодня, вот я, кстати, хотела сказать, кто будет во Львове, не заходите в сельпо, там цены в пятеро выше, не знаю. Мы когда вчера зашли в сельпо, мы же сразу в него пошли. Я на что обратила внимание? Смотрю, сливки эти большие, 70 гривен. Я как глянула на них, мы их не брали. Ну, в остальных цены нормальные. Ну, для сравнения, в сливке в Киеве всегда были там 39-46 гривен. Ну, большой баночки полулитровые. Ну, там потом мы уже стали, как бы, тогда мы были все немножко в шоке, скажем так. Брали все подряд, что было, то, что надо. Брюнговая диета получается, неважно. А вот сегодня стали уже адекватно все смотреть. Там в сельпо настолько высокие цены, что, ну, видно, как бы, центральный магазин для туристов, для всех приезжающих. Там намного выше цены, в остальных нормальные цены. И лучше заходить в маленькие магазинчики, там еще все есть. А в больших, там, где вода, крупы, пустые полки. Ну, оставлю фотографии. Ну, на сегодня, повторюсь, мы уже во Львове. Здесь мы будем ближайший месяц. Очень надеюсь, что через месяц мы вернемся домой, что дома наши будут стоять на месте. Не знаю, может, в конце там даже видео оставлю возле мамы дома. Нам сегодня сбросили. Но сестру тоже очень беспокоило, что с ее домом. Ну, естественно, мама у меня. Конечно, там сейчас страшно, там очень страшно. Все ночуют, все, кто там сейчас, в переходах на картонках, в подвалах на бетонно-полных картонках. Ну, бомбоубежищ как таковых нет, тоже, может, в конце ставлю, не знаю, ставлю, не ставлю. Бомбоубежище. Бомбоубежища у нас нет. Вот у мамы был дом, бомбоубежище. Написано огромными буквами красными «Укрытие». Подвал, ну, не то, что не было. Во-первых, он закрыт был. Ну, то, что закрыто, мелочи сломали бы. Там нет бомбоубежища, там обычный подвал, старый, грязный. У нас в подвале у мамы была проблема с канализацией. И вот буквально за два дня до войны как раз чинили очередную поломку. Опять была куча, извините, фекалий, там такой запах, что там при всем желании просто не войдешь. И это поломки такие были стабильно. Ну вот откачали уже, там, ну все равно, ну, то есть бомбоубежища нету, нету. Какие бомбоубежища? Все в метро сидят, ночуют, сейчас я вот читала, в переходах просто на холоде там. Ну, в общем, нам повезло, мы эвакуировались, повторюсь, муж остался еще в Киеве. Если повезет, он тоже приедет сюда, но там дальше уже будем смотреть. Там какие-то автобусы сейчас организовываются. Доехали мы спокойно, ну, сейчас живем здесь. Ну, а там дальше будет видно. Вот хотела рассказать, что произошло. Вышивки по факту, как такового же сейчас, ну, уже не будет, да, особо и нечего вышивать. Даже не смотрела, что там что-то себе кинуло, не знаю, там какой-то масенький пакетик там, 10 на 10 сантиметров что-то всунула. В самом конце в отдельный ключик, который можно выбросить подруге вместе с водой. Ну, довезла. Ой, ну и, собственно, наверное, все. Вот хотела всех поблагодарить, кто меня поддерживал, кто писал. Всех, кто в Киеве, держитесь. Ничего хорошего. Хотя, опять же, вот я вот общаюсь со знакомыми, говорят, что мы победим, но, опять же, если ничего другого плохого не произойдет. Вот сегодня читала, что Путин приказал привести в готовность ядерное оружие. Ну, если он приведет, то это все всем, не только Украине. Ну, ладно. В общем, мы эвакуировались. На сегодня вроде как все хорошо. Не знаю, надолго ли. Ну, буду держать все в курсе, что происходит, но глобально такие вот дела. Еще раз всем спасибо, кто меня поддерживал, писал. Держитесь там. Ну, из того, что я поняла, почему, собственно, мы выехали, даже несмотря на то, что место выезда было как раз вот только там были боевые действия, это то, что, как я поняла, цель Путина именно захват Киева. Ну, поэтому нам повезло, мы ехали очень хорошо, мы приехали вот. Вот два дня отходили, я первую ночь, я не знаю, я неделю вообще не спала, я не знаю, как это, я не могла спать. Ну, ладно. Собственно, буду на этом заканчивать. Еще раз всем большое спасибо. Может, в конце сейчас ставлю пару фотографий этих вот. Может, не вставлю, не знаю, там получится. Значит, даже ноутбук не доставала. Надеюсь, что он целый, кстати. Тоже, когда уезжали, я еще бросила ноутбук с собой.
своего ребенка, он такой, такие тяжеленные оказались, в рюкзак бросил, он думал, ребенку как учиться надо. У нас же вроде как в школе есть онлайн-обучение, какое-то обучение, обучения сейчас нет, естественно. Ну, свой потом было, что тяжело очень, бросила в чемодан. Чемодан это еле тащила, не знаю, как по всем ступенькам, ну, надеюсь, что он сейчас включится. Ну, не знаю, что не включала, опять же, его. Ну, в общем, ладно, не знаю, как там, что не смотрела, опять же, не до этого было. Буду, собственно, на этом прощаться. На сегодня у нас вроде как все хорошо. Вот только вот мушку еще, не знаю, как там. Ребенок тоже папу спрашивает, где папа, где Стар? Ну, крысенок наш. Ну, папа там фото прислал, показали. Вроде как, типа, все хорошо. Ну, ладно. Мы все против этой войны, в общем, но как так все получилось. Буду прощаться. Буду писать, что там происходит. Держитесь, девочки. Но в Киеве, я так понимаю, сейчас реально опасно. В Харькове, я так понимаю, уже нету. Будем надеяться, что все закончится хорошо. И очень надеюсь, что все-таки мы через месяц вернемся. Так что всем пока. Вернее, не пока, надеюсь, до новых встреч.